Всем привет-привет, вы на канале VoodGSN, канале свежих обзоров всего, что появляется в нашей игре. И в этом коротком видео мы с вами обсудим и покрутим рулеточку, в которой разыгрывается сертификат танка 8 уровня. Давайте начинать по порядку. Первое, что положили, вы и так видите. Больше всего меня раздражает вот этот контейнер с анимированными аватарами и вот этот контейнер с обвесом. Но радует то, что их можно забрать хотя бы один раз, а не, как обычно, несколько. В отношении главной награды. В главной награде у нас, как я говорил, сертификат, и из этого сертификата вы забираете гарантом какую-то из восьмерок. Но только возникает вопрос, а стоит ли данный сертификат полной стоимости рулетки? В отношении шансов выпадения, как вы видите, главная награда, ну, имеет не сильно высокий шанс выпадения. 0,24. И это действительно очень мало. Четверть процента, ну, как бы, говорит сразу о том, что навряд ли вы заберете раньше главную награду, нежели соберете всю лабуду отсюда. Что порадовало? Контейнер с анимированным аватаром, ну, и тот же самый контейнер с обвесом имеют меньше шансов выпадения, нежели контейнер, допустим, собери их все, а это уже хорошо, плюс к тому мистические контейнеры имеют шанс выпадения тоже довольно немаленький. Но опять-таки вы помните все по поводу того, что рулетки порой умеют удивлять и дают вам те награды, которые имеют меньший шанс выпадения по цифрам, но не являются более годными, нежели то, что еще в рулеточке осталось. В отношении стоимости рулетки стоит отметить, что действительно очень дорого. 18 прокрутов обойдется в целых 13 800 округляя. Ну а если быть точным, то 13 798. И здесь стоит отметить сразу, что ни один из танков в этом сертификате не стоит 13 800. И вам очень сильно повезет, если, добравшись до конца данной рулетки и на последнем прокруте забрав сертификат, вы получите тот танк, который действительно хотели, или хотя бы тот, который хоть чего-то стоит в этой игре, и плюс к тому из вот этих контейнеров вы еще что-то забрали. Тогда еще приемлемо. Ну а так, за 13 800 можно просто купить себе две восьмерки в составе набора, который периодически появляется на продаже с разным наполнением, ну и плюс к тому, возможно, еще и голда в виде сдачи останется. Также стоит отметить, что рулетка поделена на чекпоинты в виде 8 прокрута 1 золотой, 13 прокрут 1 золотой и 16 прокрут 1 золотой. Что это по деньгам? Первый участок будет стоить 1496 голды. Второй участок будет стоить еще 4051 золотой. В отношении предпоследнего прокрута 4001 золотой. Ну и последний вот этот участок стоит 4250. Самый дорогой участок и самый бестолковый. Таким образом, получается, что самое адекватное, что можно сделать, это покрутить до 8 прокрута включительно и дальше успокоиться. Не сливайте свою голду, если вы не забрали главную награду. Лучше ее приберегите и просто купите себе интересующую вас восьмерку. Именно это я и собираюсь сделать ради вас. Если бы не вы, мои дорогие зрители, в жизни бы ее не крутил, я покручу рулетку именно до первого чекпоинта и потрачу сейчас, грубо говоря, 1500 золота для того, чтобы показать, что за эти 1500 золота можно получить. На первом прокруте x5 в количестве 10 штук. Ну, в целом, неплохо, за 50 голды для тех, кто прокачивает какую-нибудь ветку, очень даже придется ко двору и существенно поможет эту веточку прокачать. На следующем прокруте забираем целых 50 тысяч кредитов. В жизни бы не купил за 85 золота. Едем дальше. Кстати, вот эту лабуду можно забрать целых 3 раза и еще 2 раза можно забрать по 5500 свободки, но это, кстати, довольно неплохо, потому что свободка уже буквально завтра может понадобиться на сливе ресурсов, если он состоится именно завтра. Забираем, и здесь, ребят, забираю себе, ну, из ценного только талисманы, но маловато! Маловато у меня их в запасе, соответственно, придется открывать большее количество, собери их все. Еще раз практически ничего, и из третьего контейнера, скорее всего, тоже будет голема. Ну вот вам, пожалуйста, голема, как я и говорил. Остается мне до сертификата на 1000 голды всего ничего, 2 сертификатика из данного контейнера. Ну, талисманы, талисманы, окей, не бросайтесь помидорами. 175 голдишки, что мне приносят, но... Вот так вот, свободный опыт. Ну окей, хорошо, пригодится, как говорится. И едем дальше. 220 золотых монет. На что я их отправляю? Я их отправляю, скорее всего, да. Вот не успел договорить, отправляю, скорее всего, на кредиты. Они мне как раз и выпадают. И еще есть возможность один раз эти кредиты себе получить. Боже мой, какая прелесть. Обменивать на сумму кредитов голду, которую можно получить, просто один раз сыграв на фармящей восьмерке, это очень круто. Все, слава богу, кредиты закончились. Из негодного остались только вот эти контейнеры. Условно годные 5500 свободки. И напишите в комментариях, считаете ли вы, что
что 5500 свободного опыта стоят 500 голды. Действительно интересуют ваши комментарии, ваше мнение. Контейнер собери их все. 31% с половиной и 4,5% за 3 штучки. Дальше контейнер с анимированным аватаром. И в отношении главной награды сертификат танка 8 уровня 0,47. Практически 0,5%. Поднялись практически в 2 раза по шансам. Ну что, едем дальше. И мне тут остается буквально фиг да нифига для того, чтобы заканчивать прокрут данной рулетки. Но вот он! Контейнер с анимированным аватаром. Ну, да, не, это не контейнер. С анимированным, простите, контейнер с обвесом. Оговорился. Давайте посмотрим, что я получаю. Какой обвес получаю за 500? Ну, хранитель неба красивый. Базара нет, но все равно, блин, тратить золото для тех ребят, которые его копят, просматривая рекламу, для того, чтобы получить себе обвес, это, конечно, затея не из лучших. Ну и последний прокрут, по крайней мере, для меня в этом видео, за один золотой. Дальше я идти не буду, не вижу никакого смысла. Я получаю контейнер с анимированным аватаром все-таки. И что я здесь получаю? О, господи, какая прелесть! Даже не буду смотреть, что это, потому что сам понимаю, что оно того не стоит. Что в итоге, ребят? Обратите внимание, что те контейнеры, которые были с большим шансом выпадения, я не получил. Я не получил ни контейнер допустим, тем же самым атрибутом ангара. Я не получил чемоданчик с квестами. Я не получил себе мистические контейнеры, хотя шансы были выше. Да, я получил контейнеры, собери их все, чисто в виде, как я понимаю, заманухи. И я получил себе иксы. Все, ребят, все-таки то, что имело ниже шансы выпадения, оно все-таки выпало раньше, чем то, что должно было выпасть по шансам. Поэтому я и говорю, рулетки порой умеют удивлять. И думайте, думайте перед тем, как прокручивать данную рулетку. Короче говоря, если вы хотите приобрести себе машину 8 уровня, лучше приобретите ее через магазин, а не крутите данную рулетку до конца. Но это мое мнение и моя позиция, а вы свое мнение пишите обязательно в комментариях. Надеюсь, был вам полезен, очень надеюсь на то, что вы поставите лайк данному видео. Сам пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.